Так, спасибо всем, кто подключается. Сегодня мы с Ликой будем разговаривать о косметологии. Что такое вообще косметолог, кто это, что он делает, чем занимается и как вообще на этом можно зарабатывать. Точно. Так, девочки, потихоньку подключаются. Тема эфира, что такое косметология, методики, позволяющие исправить проблемы внешности, как побороть страх в новом деле, как освоить новую профессию, как начать зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц, как это все организовать, насколько это все легко, немножечко про сыворотки поговорим, какие нужно будет для начала, что нужно будет для начала, насколько это все легко и доступно. Здорово. Хорошо, давай тогда мы начнем. Я буду задавать вопросы, ну, какие-то, да, которые, допустим, меня интересуют, и те, кто здесь с нами, вы тоже можете писать свои вопросы. Я буду их Лике озвучивать, а она нам будет с вами это все рассказывать. Вот, давай начнем с того. Расскажи нам, пожалуйста, что такое вообще косметология? Потому что, например, ассоциации разные. У меня, например, раньше это ассоциировалось с уколами, с, там, не знаю, ботокс и прочее. Расскажи вообще об этом. Косметолог эстет может заниматься любыми процедурами, безинъекционными. Для этого не обязательно иметь медицинское образование, так как косметолог эстет, он выполняет несложные косметические процедуры, такие, ну, любые аппаратные процедуры. Это может быть и алмазная чистка лица, вакуумная чистка лица, аппаратные мезопроцедуры туда же входят. Не обязательно иметь медицинское образование, диплом медицинский. Ну, у кого есть медицинское образование, конечно, оно приветствуется, это тоже хорошо, но для процедур нам не обязательно это, потому что мы используем аппаратные процедуры, и мы можем спокойно проводить любую процедуру. Также косметолог может выполнять, косметолог-эстет, массаж, может работать по телу, может работать с волосами, да, на улучшение волос, от выпадения волос, много процедур, на выравнивание тона лица, делать пилинги, средние пилинги, также спокойно может косметолог. И чем хороша эта профессия косметолога эстета, то, что можно спокойно регулировать свой график работы. Ну, тут уже вариантов очень много. Работать и в салоне, и на дому, и делать свой уголок в кабинет косметолога даже дома. Здорово. Ты скажи, пожалуйста, я поняла, что профессионального медицинского образования для этого не нужно, верно? Не обязательно, верно. Так как процедуры все аппаратные, они, в принципе, все безболезненные, ну, особых таких противопоказаний не имеют, не обязательно знать прям точные медицинские науки, достаточно обучиться, пройти курс на косметолога-эстета, который довольно-таки очень подробный, этот курс, где мы разбираем полностью от и до, от самого нуля и со всеми нюансами. Тем более, если какой-то вопрос появляется, можно спокойно написать в чат, где я лично отвечаю, чат учениц наших девочек, где мы регулярно обмениваемся вопросами, опыты, какие-то, ну, процедуры, новиночки. Либо девочки пишут, вот такая-то клиентка пришла, какую процедуру лучше сделать, как осветлить лучше кожу, как лучше увлажнить, какую процедуру посоветуете. Все это всегда можно узнать в нашем чате, пообщаться со мной, либо пообщаться с девочками. И, в принципе, это все очень легко. Скажи, пожалуйста, то есть ты так легко рассказываешь, ну вот, например, я, пройдя там определенный какой-то урок, уже сразу смогу это применять? Да, даже пройдя первые там 2-3 урока, ты можешь спокойно начинать с чисток лица. То есть мы все это начинаем отрабатывать на себе. Вот многие девчонки говорят, страшно начать. Как начать? Страшно. Начинайте, девочки, спокойно на себе, даже ту же чистку лица, да, я пошагово показываю, даже в уроках я показываю отработку и на моделечке, и на себе. То есть я визуально показываю, как ты можешь сама себе провести данную процедуру. Очень легко. То есть ты посмотрела, есть протокол под уроком, то есть первое, ты там очищаешь кожу, тонизирование кожи, распаривание кожи, и дальше работаешь
вот портативными аппаратиками, небольшими такими аппаратиками, например, с помощью ультразвукового аппарата чистки лица, ты уже можешь спокойно себе провести алмазную ультразвуковую чистку лица, даже имея у себя дома только один вот этот портативный аппаратик. То есть ты уже можешь спокойно начинать работать на себе. Потом позвать подружек, сестренок и так дальше. Здорово. Страх проходит после практики. Ага. Начинайте практиковаться, девчонки, и страх быстро уйдет. То есть я так понимаю, что я могу, в принципе, не зависеть от города, даже если перееду вот в другую страну, как ты, да, сейчас переехала. То есть ты все равно продолжаешь активно работать. Да. Спокойно вы можете набрать даже клиентов со своего круга окружения. Не обязательно даже давать какую-то большую рекламу, там настраивать Инстаграм, набирать клиентов. Даже просто ваши соседи, знакомые знакомых, одни все равно, каждая девушка, она нуждается элементарно. Чистка лица, уходовые процедуры, аппаратные мезопроцедуры, массаж лица тот же самый, карбокситерапия, ну и многие другие процедуры. Спокойно можно в любом месте, в любой стране, в любом городе. Я вот сейчас, например, переехала в Анталию, в Турцию. И здесь тоже спокойно набрала свою базу клиентов. Могу принимать девчонок. Также другие девочки, которые у меня прошли курс обучения. Кто-то с Израиля, кто-то с Америки, кто-то еще с разных стран. Ну, тоже девочки, которые переехали из своего родного города, и они уже на своих подругах, на своих знакомых, знакомых набирают клиентов и могут спокойненько так работать. Здорово. А скажи, пожалуйста, сезонность есть у этой профессии или постоянно есть то, что вот в любой сезон подойдет процедуры? Ну, как такой сезонности нету. Все равно это процедуры такие, как чистки лица, уходовые процедуры любой женщине, любой девушке нужны постоянно. Ну, конечно, есть сезонность в отношении пилингов. Также есть пилинги такие срединные, да, всесезонные пилинги на уход, на увлажнение, на купероз, лечение. Их можно круглогодично. Но есть такие пилинги, как пилинг Джейснера, такие более срединно-глубокие пилинги, у них сезонность. Конечно, ближе к осенне-зимнему периоду вот средние такие пилинги используем по сезонности. Ну и, конечно, после лета, это, наверное, у всех такой сезон, что кожа пересушена, девочки назагорались, наплавались где-то, кто-то на даче, кто-то еще где-то. Поэтому ближе к осени такой период, когда девушки нуждаются в увлажнении, в очень интенсивном уходе за кожей по увлажнению. Хороший спрос на уходовые процедуры. Да, здорово. Ну, тогда расскажи, как бы вот с чего начать. Допустим, я вот захотела, все, большое желание появилось. Ну, много ли надо вложить там средств на закупку баночек, аппаратов? Что вообще, какой базовый набор должен быть? Ну, базовый набор, есть несколько базовых наборов. Можно начинать вообще с малого, то есть очень с малого. Можно даже приобретя, ну, так скажем, такой портативный аппаратик Дермапен, да, в основном, которым мы работаем, это аппаратные мезопроцедуры. Он имеет такую насадочку, вот такую Дермапен, с микроиголочками. Эти насадочки идут одноразовые, индивидуальные, вот такая у него иголочка. Вот. Он как бы делает микропроколы кожи, благодаря чему сыворотки проникают в более глубокие слои кожи. Имея в стартовом наборе даже вот один аппаратик Дермапена, который недорогой, и имея там хотя бы пару сывороток, ну, такого плана, да, например, вот эта гиалуроночка идет на увлажнение, либо вот такая мезоампулка на лифтинг, имея даже пару ампулок, имея одну-две масочки и умывающее средство, уже у тебя базовый набор. Ну, а также базовый набор потом потихонечку наращиваете. Угу. Там уже добавляются другие сыворотки, уже когда клиентуры побольше, уже можем добавлять туда и пилинги, и растительный липолитик, и растительный ботокс. Уже там можно потихонечку наращивать. Угу. Как я начинала работать? Я начинала работать с малого.
Когда я пришла в салон, у меня был небольшой чемоданчик когда-то давно. С этим маленьким чемоданчиком у меня не было стартового капитала сначала. Я купила, вот заняла, вот примерно эта сумма равнялась, ну, $200. Купила самое-самое необходимое, маленький чемоданчик, начала работать, и уже за первую неделю я отработала свой долг, вернула свои $200 и уже потихоньку докупала. Уже две масочки, уже три мезосостава купила, уже там еще что-то, крем увлажняющий, сыворотку какую-то, и потихоньку-потихоньку докупала. То есть окупаемость здесь очень такая рентабельная. Потому что, например, покупая профессиональные мезосоставы, вот такие по 50 миллилитров, расход на одного клиента идет всего лишь 1 миллилитр. То есть, покупая даже одну баночку там за 6 тысяч рублей, за 3 тысячи рублей, этого хватит на 50 процедур. Также в уроках я рассказываю, как можно миксовать все эти сыворотки между собой, что дает еще дополнительный вау-эффект. Плюс, если что-то забылось, ну, либо, ну, отучился, забыл. Бывает такое. Есть такая книга дополнительно к курсу обучения. 77 страниц, вот такая книжечка. Здесь идут полностью протоколы. То есть что-то забыло, открываешь протокол. По 9-ступенчатой процедуре омоложения, по пигментации, по другим процедурам. Также есть памятки для клиентов, которые ты можешь просто взять, отксерить и дать клиенту. Памятка, что делать после процедуры, что не делать после процедуры. Угу. Вот такое вот информационное согласие для клиента. Тоже можешь взять, распечатать с книжечки, отксерить и давать клиенту. Потому что многие клиенты говорят, а что делать нам после процедуры? Что после этой процедуры можно? Что после этой процедуры нельзя? Вот. Тоже это очень удобно для начинающих косметологов, потому что многие девочки волнуются первый раз на первую процедуру. Ну да, кстати, как вот с этим быть? Потому что когда первый раз, я, знаешь, чувствуешь всегда неуверенность, вот как бы вообще мало ли что там человеку сделаешь с лицом, потом будет скандал. Как это побороть? Как вообще ты рассказываешь об этом? Да, конечно. Ну, смотри, первый раз, конечно, всем страшно. Что-то новое — это всегда страшно любому человеку. К новому человеку идти, в новое дело идти, чем-то новым заниматься. Это, конечно, всегда страшно. Это нормально. Но также, если ты проведешь уже первую процедуру человеку, ну вот первый раз попробуешь, то страх после первого раза уходит. А навредить человеку ты никак не сможешь навредить, так как составы все гипоаллергенные, безопасные, профессиональные. То есть профессиональной серии. Максимум, что может быть, что эффект слабый. Например, что-то не доделала, ну, не до конца доделала, забыла маску сделать в конце, да. Может быть, чуть увлажнение, чуть-чуть слабее. Потом эффект идет накопительный, все равно с первого раза там не будет такого прям, что сожгла кожу или еще что-то такого. Такого нет, потому что препараты легкие, безопасные и эффективные. Ну, здорово. Так что не переживай. Не испортишь кожу клиента. Скажи, а вот могу ли я обещать клиенту, например, он не приходит ко мне, ну, там у него, допустим, высыпание. Могу я какие-то ему гарантии давать, например, что какие-то процедуры мы подберем, и потом у вас будет все хорошо? Или как бы я, ну, что-то такое базовое могу только сделать? Ты можешь и базовое делать, и еще сама миксовать, что-то придумывать. У меня есть очень много миксовых процедур. Ну вот буквально вчера с одной ученицей разговаривала. Она говорит: Лика, ты знаешь, я вот сделала еще вот такую процедуру, добавила еще вот такой пилинг и сделала подпищевую пленочку. И получился такой вау-эффект. Я думаю, о, уже она что-то свое придумала, подумала, что не каждый пилинг, во-первых, можно подпищевую пленку, что это легкий пилинг такой, который
всесезонный. И она усилила эффект пищевой пленочкой. И говорит, прям эффект мне понравился. То есть тут ты уже можешь миксовать, что-то делать, добавлять. Я девочек тоже учу. Например, я в процедурах 3 мета-ампулки миксую. Ампулок очень много, сывороток много. Миксуйте, пробуйте. Здорово. А, допустим, если я, ну, не хочу работать, как бы, вот, для, ну, для кого-то, но мне, например, интересно вот на себе, как бы, для себя делать какие-то пилинги, да, вот эти вот. Как в этом случае? Мне вот именно профессиональный или у тебя что-то еще есть? Есть курс косметолог для себя, косметология для себя. Это для тех девочек, которые хотят научиться ухаживать за собой профессионально, но только для себя. Этот курс идет более сокращенный, в 2 раза он короче. Там идут самые основные уроки. Это уроки по аппаратным мезопроцедурам, где ты можешь проводить себе сама несложные мезопроцедуры. Я рассказываю там полностью, какая сыворотка, для чего она, с чем ее можешь смиксовать, как ее можешь использовать. Рассказываю про тейпирование лица. Тейпирование очень классно совмещается с аппаратными мезопроцедурами. Массаж гуаша, техники по массажу с помощью аппарата 6 в 1, LED-лечение, да. Конечно, в профессиональном курсе этого больше, уроков больше, показываю наглядно и на модельке, и на себе. В профессиональном курсе есть 4 сертификата курсу обучения международных стандартов, книга. А в курсе для себя уже более такой упрощенный вариант, без пилингов, но с самой выжимкой, которую ты можешь сама себе сделать. Можно перейти к такому курсу, и будешь ухаживать за собой сама. Ну, кстати, все девочки, которые покупали такой курс, потом все равно переходили на профессиональный, так как втягивались, начинали приходить соседки, начинали приходить подружки, сделали мне тоже. И потихоньку-потихоньку открывали сначала кабинет, можно сказать, все дома, а потом уже перебирались и в салон. Ну да, здорово. Действительно, когда вот особенно видишь твою любовь к косметологии, так прям заражаешься, и тоже хочется попробовать. Обязательно попробуй. А расскажи тогда еще немного о себе. Мы, кстати, вначале об этом упустили. Как ты вообще пришла к косметологии? Сколько лет ты занимаешься? Косметологией занимаюсь уже более 10 лет. До этого я работала менеджером в одной крупной компании. Работа мне поначалу с бумажками нравилась, но со временем стало очень скучно, так утомительно. Надо было в офисе сидеть с утра до вечера. Это очень наскучило. Так, я не отключилась. Да, ты немного подвисла. Слышно, видно. Да, чуть подвисаешь. Подвисаю, да. Сейчас как? Хорошо слышно? Не знаю, напишите, пожалуйста, кто нас слушает в комментариях, там нормально, хорошо, нехорошо. Слышно? Поставь. Слышно ли вам, девочки? Да. Видно, потому что слышно. Это я подвисаю. Видно, слышно, пишут. Девочки, можете свои вопросы писать там в комментариях, я всем отвечу, постараюсь ответить на все вопросы. Пишите, что хотите услышать тоже. Напишите обязательно. Да, и в косметологию я пришла более 10 лет назад, стала заниматься изготовлением домашних кремов сначала. Покупали как-то мы с девчонками масло шина. В заводе Рахат в Казахстане начинала. Делали крема. Продавала эти крема, девочки пользовались, делали крема с петрушкой на отбеливание кожи, классные. Потом я познакомилась с косметологией поближе. Мне, сколько девочки спрашивают, сколько мне лет? Мне 39 лет. Вот. Так. Стала делать домашние крема одно время. Потом я перешла на пилинги. Очень уж хотела пилингами заниматься в салонах.
спасибо, девочки. В салонах пилинги делала какое-то время. Было это все накладно. Кожа у меня была очень плохая. Кожа у меня была жирная. После юношеских высыпаний еще были рубцы. Вот. Поэтому я, конечно, всегда интересовалась косметологией. Хотела прям себе сделать нормальное лицо без прыщей, наконец-то, без этих шрамиков, без этой жирности, потому что все время лицо было такое не очень. Ходила почти каждую неделю на чистки лица, на пилинги. Вот. Поэтому пилингами я очень заинтересовалась. Стала себе делать пилинги. Мой любимый пилинг был пилинг Джесснера. Делала раз в неделю обязательно курсом зимой. По 4, по 5 раз. Потом подружки начали проситься, сделай мне тоже пилинг. Подружка подружке сделай пилинг. И у меня уже набралось человек 10. Вот. Я думаю, раз у меня уже 10 человек набралось, уже надо как-то монетизировать хотя бы себестоимость продукции. И в итоге так потихоньку-потихоньку стала уже работать. Когда мне уже надоело работать в офисе, одна моя приятельница, она работала в салоне, занималась рефлифтингом, говорит, у нас есть кабинет, давай, Лика, ты уже пилинги делаешь уже сколько лет на дому. Вот, и я решила начать попробовать. Было очень страшно. Помню свой первый день. Приехала в салон, записала одну клиентку, дрожала, тряслась, думаю, как я ей начну делать. Как это вообще, как к человеку подойти, с какой стороны начать делать. Но потом, когда сделала первую процедуру, страх стал уходить. Уже немножко легче стал, познакомилась с человеком, познакомилась с коллективом. После этого на следующий день я записала сразу 3 человек, на послезавтра 5 человек. В общем, за эту неделю я сделала 10 человеком. Я так устала. Страх пропал полностью. Только вот так руки уже дрожали, то, что устала. Не привыкла вот работа с аппаратом. Кажется, что там сложно. Маленький портативный аппаратик, да, вот этот наш термопен. Маленький портативный аппаратик. Подумать, поводил по лицу. На самом деле руки конкретно устают. Мышцы накачались, руки. Сделала вывод, что записывать в день надо поменьше людей. Стала записывать, ну, по 3-4 человека в день уже так, чтобы нормально работать, не сильно перегружаться. И вот после где-то 2-3 дней такой интенсивной работы страх пропал. Появились постоянные клиенты, девочки благодарили, им очень нравилось, хорошие эффекты по пигментации были. Вот. Страшно, конечно, очень страшно было начинать. Вот. Но всегда можно у девочек обратиться ко мне. Они могут всегда задать вопрос в группе, лично мне задать вопрос, заглянуть в книжку. У меня не было такого коуча, не было такого наставника, потому что курсы косметологии я проходила давным-давно, до того, как начала работать. Что-то забылось, что-то не знала, как сделать, не знала, как у кого спросить. И уже, можно сказать, так методом проб. Потихоньку, потихоньку. И уже когда отработала много лет, девочки начали мне просить, Лика, расскажи, как ты убираешь пигментацию. Девочки из других городов спрашивали. С фирмы, где я закупала продукцию, стали направлять ко мне девчонок, потому что действительно были у меня хорошие результаты. Они мне стали писать. Расскажи, Лика, расскажи. Не у всех получалось приехать, поэтому я стала такие кусочки записывать онлайн, им отправлять. И больше, больше, больше таких девчонок появлялось, и я поняла, что нужно переходить с очного формата на онлайн. Таким образом, больше девочек могут обучиться. Ну и плюс всегда задать мне вопрос. У меня нету там каких-то там помощниц, которые вместо меня отвечают. Я отвечаю всем девочкам сама. Поэтому это очень удобно, и, ну, мне кажется, не так страшно, когда ты всегда можешь спросить.
спросить, ой, я забыла, на днях девочка одна мне написала, ой, я забыла, какой цвет на LED-маске, срочно, прямо сейчас, у меня клиентка на столе. Я говорю, красный. Она говорит, о, все, спасибо, классно. Кто-то из девчонок еще там какой-то вопрос. То есть, когда есть поддержка, это все-таки не так страшно. Да, это точно. Да, здорово, особенно когда у тебя есть эти уроки в записи, и ты можешь даже, если отрабатываешь на каком-то своих друзьях, поставил рядом эту запись и по порядку, пошагово это все делаешь, да, привыкаешь. Да. Еще под каждым видео есть протокол, то есть пошагово. Первое – умывание, там, второе – там тоник, третье – ампула Ageless, четвертое – там такая-то сыворотка. Можно открыть просто под видео, либо открыть вот опять-таки книжки, эти все протоколы есть. Открыли книгу и по книге. Тык-тык-тык-тык-тык. Помнили. Здорово. То есть, получается, человек... Девочки, пишите вопрос. Ага. Я вот не вижу, у меня почему-то комментарии не двигаются, да. Надеюсь, что здесь напишут. То есть, получается, человек может самостоятельно вообще планировать свой график. То есть ни от кого не зависеть, вот свой кабинет и свое время, да, рабочее. Да, человек может сам регулировать свое время. Не все комментарии, да, видно, они как-то вниз ушли или вверх. Девочки, не все ваши комментарии вижу. У тебя листается, Нелечка? Не, у меня не обновляется. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь, поставьте хотя бы плюсики, я посмотрю, вообще у меня они... комментарии идут или нет. Маякните плюсиком. Да, да. Может быть, интернет у нас немного подвисает, тоже такое бывает. Так, а скажи, пожалуйста, еще тогда о продукции. Вот, допустим, ну, мы все находимся в разных странах. Как-то к тебе можно обратиться за продукцией, где вообще ее достать? С чем начать? Да, конечно. У меня есть инстамагазин. Слышно? Да. Есть инстамагазин. Ссылочка на инстамагазин на сайте. Сайт в шапочке профиля. Доставочка товаров и продукции идет по всему миру. Это продукция Израиль, Холмакабим. Корейская продукция. Это портативные аппараты. Аппараты по лечению кожи. Это такие, как термопен, ультразвуковой аппаратик, 6 в 1, РФ, фонофорез, аппарат вакуумной чистки лица и другие. Они, в принципе, портативные, недорогие, но они полностью заменяют даже комбайн. Комбайн, например, многие девочки хотят комбайн, тоже это классно. Комбайн смотрится красиво, очень большой, он такой, ну, презентабельный. Но такие портативные аппараты, например, они очень удобны в маленьком кабинете. Либо если вы работаете на выезд, либо если вы Так, что-то немножко интернет подводит, наверное. Ну да, чуть-чуть подвисло сейчас последнее. Угу. Можем использовать вместо комбайнов вот такие портативные аппаратики. Можем использовать любую другую космоцевтику, не обязательно, которая в курсе обучения. То есть я рассказываю принцип девочкам, а вы уже можете миксовать на любой другой космоцевтике. Как удобно. Самое главное – принцип. Угу. Рассказываю, как разбираться в составах по кремам. Если ты научишься разбираться в составе на любую сыворотку, да, например, я говорю, на отбеливание идут кислоты очень хорошо. На кожу с высыпаниями с акне тоже кислоты очень хорошо работают. Если ты научишься работать и знать эти составы, ты можешь использовать абсолютно любую космоцевтику. Любые сыворотки. Уже смотришь и знаешь, что такой-то состав, гиалуронка – это увлажнение. Кислоты – это идут на отбеливание, на решение задач по акне, по рубцам. Угу. Ты знаешь, мне кажется, это каждому надо. Ну вот просто имею в виду в обиходе, в жизни, да, по уходу за собой. Вот плюсики пошли наконец-то. А, только сейчас? Да. Угу. С опозданием. Подвисает, видимо, ну ладно. Да, девочки, извиняюсь, иногда интернет подвисает.
Ну, спасибо, что вы откликаетесь и да, на нашу просьбу. Спасибо, девочки. Да, много благодарных слов. Очень приятно. Спасибо, девчата. Мои труды не зря. Всегда рада вам помочь. Поэтому так. Спасибо. Так, а скажи, пожалуйста, возраст имеет значение? Вот, например, может, человек уже в возрасте, или человек только школу закончил? Как бы вот в каком возрасте начинать учиться? Учиться начинать никогда не поздно. Учиться можно в любом возрасте. Есть у меня ученицы, которые и заочно, и очно обучались. Девочки, которым было... Девочки, ну, уже такие взрослые женщины, которым за 60 было, обучались прекрасно. Знаешь, самое главное, по-моему, хотение. Хотение, любовь, желание, да, любовь к делу. Вот почему я пошла в косметологию, я сразу почувствовала, что это мое. Я это люблю делать. Я готова там бесплатно и процедуры проводить, и обучать, и подсказывать, и все остальное. Потому что это мое любимое дело. А когда работаешь в офисе и работаешь от зарплаты до зарплаты, ты просто ждешь, когда кончится рабочий день, когда ты получишь зарплату, побыстрее бы отсюда уйти, когда эти бумаги кончатся. И это неинтересно. Ну, для меня было неинтересно. А здесь мне всегда интересно. Всегда интересно новые видео снимать. Всегда интересно... Спасибо, пишет девочка. Спасибо за поддержку в любое время. Спасибо, дорогие. И действительно, здесь очень интересно то, что можешь всегда творить, миксовать. Можешь и омоложение совместить, и фарфоровую куколку, и себя делаешь красивой, и других девушек делаешь красивой. И это действительно доставляет нам радость, удовольствие. Ну, плюс общение. Общение с единомышленниками, общение с девчонками. Это, конечно, очень интересно. Общаешься на процедуре, общаешься во время обучения, общаешься в группе. У нас такая вот как мини-семья в группе, где мы все друг друга поддерживаем. Всегда можно задать вопрос, даже если там что-то случилось, что-то не получается, что-то забылось. Написали, все, мы вместе. Это, конечно, дополнительный бонус, потому что так легче. И начинать обучаться, и начинать работать. Ну и тоже интерес. Всегда получаете интересную такую работу и дополнительное общение. А скажи, пожалуйста, если, например, вот часто такой вопрос, человек уже работает, ну или, допустим, где-то учится, но вот он хочет поменять сферу своей деятельности, и вот хочет он учиться на косметолога, получится ли у него совмещать и уже там процедуру начинать делать? Да, конечно, можно совмещать. У меня некоторые ученицы, девочки были и с маленькими детками. То есть они какие-то часы выделяли время, обучались, а потом вели прием на дому. Были те, кто совмещали. Да, была девушка, она работала бухгалтером, а по выходным она сделала себе мини-кабинет дома. Сейчас у нее дом был. Сделала такой уголок, фотографии там в группу скидывала и по выходным принимала клиентов по сарафанному радио. И это ей доставляло удовольствие. Потому что очень часто бывает, что есть работа основная, ну, как бы боязно ее бросать, но в то же время хочется какое-то хобби, что-то интересное, что-то для себя, то, что будет воодушевлять, приносить радость, приносить интерес. И вот как раз косметология – это одно из тех, может быть, для кого-то это хобби, для кого-то интерес, для кого-то источник дополнительного заработка. Потому что, в принципе, косметология – это очень выгодное дело. Вкладывая 10%, получаешь 50%. То есть оправдывается очень быстро. Здорово, интересно. А скажи еще, вот постоянно знаю, что в косметологии, скорее всего, выходят, ну, это еще какие-то новинки, да, какие-то там, ты говорила, какие-то составы. Расскажи чуть-чуть там, как, насколько это много.
Да, новиночки постоянно выходят, все эти новиночки я выкладываю в нашей группе, в группе учениц, в закрытом нашем чате. Также я сама постоянно обучаюсь, потому что действительно косметология, она не стоит на месте. То, что вчера было модно, эффективно и хорошо, уже сегодня устарело, да? Та же чистка лица. Раньше было просто там распалил лицо, почистил и все, и домой. Сейчас можно даже обходиться и без чистки лица, если подобрать правильный домашний уход. Это кислотные лосьоны, кислотные крема, мезопрепараты. Выходят постоянно новые мезосоставы, какие-то новые сыворотки. Это я все расписываю. Расписываю в инстамагазине, расписываю в нашем чате учениц. То есть вы всегда будете в тренде. Сейчас вот у меня в 2022 году вышел новый курс. Курс по пилингам. Сейчас очень много пилингов и израильской фирме, и PRXT33, и очень много пилингов. Все эти пилинги, ну не все, наверное, все пилинги освоить невозможно, 15 видов пилингов, вышел отдельный новый курс. То есть если выходят прям такие глобальные новиночки, я прям делаю отдельный курс, дополнительный, и девчонка пишу. Вышли такие-то новиночки, такой-то курс, миксуем, делаем. Вот биорепил сейчас новое такое трендовое. Жидкий лазер. Тоже очень классные процедуры. Пишу так-то, так-то. Все, новый курс, давайте. Повышаем квалификацию. Узнаем что-то новенькое. Ну да, это всегда интересно. Особенно там клиенты же тоже, они как бы стараются следить, там, а вот там моя подруга делала вот такую процедуру, я тоже такую хочу, да? То есть всегда в курсе надо быть. Так, здорово. Давай повторим, значит, с чего начать. То есть это обучение, да? То есть начинается обучение, потом ты учишь, показываешь базовый набор, то, что купить, да? И, в принципе, этого достаточно, чтобы уже начать, да? Точно. Совершенно верно. Первое, обучаемся. Стартовый набор. Косметолога выбираем. Он может быть совсем минимальным, состоять из дермапена и одной сыворотки. Он может быть побольше. Стартовый набор есть в инстамагазине. Прямо я собрала для вас набор такой, который самая супервыжимка. Некоторые девочки пишут, ой, я набрала еще до курса обучения столько всего, столько ненужного. Если бы я раньше знала, не торопитесь что-то покупать, проучитесь. Прочитайте, просмотрите, будете знать, чтобы лишнего тоже не брать. Есть такие фирмы, например, у них для жирной кожи 10 баночек, да, все для жирной кожи. Для сухой кожи еще 10 баночек, для возрастной кожи еще 10 баночек. То есть для начинающего косметолога это все очень дорого, вот столько линий покупать, да. Я в базовый набор собрала супервыжимку. Одна маска, которая будет универсальной для жирной кожи, для пигментации, для акне. У начинающего косметолога сразу нету много клиентов, чтобы сработать вот 300 баночек, да, вот этих. Поэтому я собрала самое универсальное. Эту же маску можешь использовать там для сухой, для жирной кожи универсальную. Умывашку тоже, тоник универсальный. То есть, что по минимуму, 3-4 баночки ты взяла, одну сыворотку взяла, и уже можешь работать. Чтобы оно у тебя не пропало, чтобы оно у тебя использовалось, и вкладывать сразу немного было. Mm-hmm. Обучилась, стартовый набор, устроила уголок у себя дома, собрала сарафанное радио, либо в салоны сейчас берут. Вот я, например, начинала в салоне 2 дня в неделю. Просто приходила 2 дня в неделю, сделала себе Инстаграм, записывала там клиентов на эти 2 дня в неделю и приходила... То есть сделала график себе самостоятельно. У меня не было много времени, потому что я еще работала на старой работе, совмещала где-то как-то. И выбирала 2 дня в неделю. Кто-то вот в салон вот так устраивается, кто-то кабинет полностью арендует на целый месяц, кто-то даже целый салон открывает. Такие девчонки тоже есть. Сразу открывает целый салон. Она, например, себе оставляет кабинет косметолога. Тут у нее еще парикмахер она дополнительно берет, маникюр. И вот мини-салон. Кто-то так делает.
То есть обучилась, набор косметолога приобрела, где-то место рабочее, и вперед можно работать. Здорово. Скажи еще по времени, сколько примерно вот занимает вот этот период обучения до работы? Там сколько мне учиться? Полгода, год? Ну, смотри, 90 видеоуроков, да? Каждый урок занимает плюс-минус 30 минут. Кто-то обучается там за месяц, кто-то за 2 месяца, кто-то за 3 месяца, да. Если ты целенаправленно будешь только обучением заниматься, то, в принципе, за месяц ты уже можешь обучиться, попробовать на себе, и уже на 2-3 месяц ты можешь уже пойти в аренду в кабинет. Если ты совмещаешь еще дополнительно с какими-то делами, со своей второй работой, либо у кого-то маленькие детки, то, естественно, может быть, на 2-3 месяца это растягивается. То есть тут уже чем хорошо, то, что ты можешь выстраивать себе график работы сама. Хочешь так, обучаешься в интенсивном режиме, бегом-бегом, тщательно все, там каждый день с утра до ночи. Хочешь по чуть-чуть, полчаса сегодня, полчаса завтра. Кто-то работает на дополнительной работе, таких очень много девчонок. Вот. На одной работе отработала, пришла, отучилась. Отработала, отучилась. Вот. И уже потом потихоньку начинаешь работать. Смотря какой у тебя график. Доступ неограниченный, всегда можно пересмотреть, всегда можно поднять старые уроки, что-то вспомнить, если время растянулось. Здорово. Поднять книжку. Уже вот так прямо уже захотелось на твой курс. А скажи, что если вот тогда тем, кто еще не учится у тебя, может быть, здесь присутствует, может быть, мы дадим какую-то скидку. Да, девочки. Да. Те, кто сегодня напишет мне в директ, те, кто еще не обучался у меня, 10% скидка на любой курс. Девочки также, которые обучались, и дополнительно, если хотите на курс пилинги, тоже 10% скидочка. И на основной курс тоже 10% скидка. После эфира напишите обязательно, пожалуйста, в директ. Хочу на курс со скидкой только сегодня, только после эфира. 10% скидка на любой курс. Кстати, ты тоже, если ты будешь брать курс для себя, или профессиональный, тебе будет 10% скидочка. Спасибо, ты так хорошо рассказала, так все понятно разложила, мне вообще очень захотелось. Хотя у меня есть работа, но для себя я бы с удовольствием прошла, потому что все равно и летом за кожей надо ухаживать, и зимой тем более все сохнет кожа, поэтому да, это было бы очень интересно. Вот. Так, тогда давай и посмотрим, что у нас. Если вопросы нет, может быть, что-то ты еще дополнишь, что хотела сказать, и будем заканчивать эфир. Давай. Так, пишет нам девочка, у меня 4 детей, фермерство, с профессией косметолога, с Ликой осуществлю мечту и облегчила свою жизнь. Благодарю Лику. Спасибо, девочки, спасибо, мои хорошие. Так. Что-то вопросов не вижу. Ну, значит, мы настолько с тобой понятно все разложили, что вопросов не осталось. Да, в принципе, я тебя много спрашивала. Да, ну какие вопросы есть, девочки, всегда знаете, я с вами на связи. Можете писать в нашу группу, те, кто прошел обучение, те, кто не прошли еще обучение, пишите мне в директ, всем все распишу, отвечаю лично. Сегодня всем скидка 10% на любой курс. Спасибо тебе, Нелли, за твои вопросы. Приятно было всех видеть на эфире. Девочки, всем спасибо, кто подключился. Новеньких жду на курс. Все, спасибо тебе большое. Интересно. Давай прощаться. Увидимся еще, да, думаю. Пока. Обязательно. Купите, кому надо, на курс.